Друзья, всем доброе утро. Всем привет. Вы на канале Сельчанка в Америке. Смотрите, какой у нас мороз, какая у нас холодина. Просто вал. Сейчас у нас 8 утра, без 5-8. Ой, а я машину не прогрела-то свою. Ой, уже и забыла как. Давид то свою прогревает, вот потому что говорит, такой холод. Включайте тепло уже. Да, сегодня у нас как бы очень-очень холодно. Но я думаю, что будет еще потепление. Сейчас покажем мороз на машине. А ну, есть ли он? Или уже? Да, смотрите. Вот это да, 23 сентября. Сынульки моего бёрзды, день рождения. Всем спасибо, друзья, за поздравления. Очень много поздравлений, очень приятно. Пускай растет, жив, здоров, счастлив будет. Пускай немножко прогреет машина. Куда я еду? Сегодня у меня я выходная, с пятницы сегодня у нас утречко такое морозное, то я еду сейчас, возьму Катрусю и Тиму, старшего мальчика, и мы поедем в школу. Сегодня у нас в школе встреча с директором. Они, ну, хотят пообщаться с родителями, увидеть мальчика. Уже мы его записали в школу, и он будет ходить в школу в первый класс. Но киндергартен — это как бы дошкольнята или как. Ему 5 лет. То будет уже у нас школьник маленький. Так что поехали. Сейчас у нас 8, нам на 8:15. Ехать здесь у нас недалеко. В нашем поселке будет ходить пока. Какие красивые цветочки. Помидоры не собрала. Мороз. Некогда, все некогда. Занятая, друзья. Все некогда. Я думаю, что ничего не будет, все будет нормально. Ну, я так надеюсь. Ну, дубарина у нас, друзья, конкретная. Ох, как же холодно, руки замерзли. Ух ты! Хорошо, что в этой машине у нас обогревается руль, и он уже вот теплый, сам включается. Если холодно, он сам включается. Ух ты! Ну, можно самой включить тоже. Просто, просто как зима. Ну, уже стекло у меня растаяло. То еду за Катрусей. Мальчик пока будет ездить автобусом. Автобус будет забирать утром и днем привозить. Хотя это намного дольше и раньше нужно утром просыпаться. И дольше будет ездить. Но так как еще машина их не готова, то немножечко он так поездит ну, автобусом. А там уже когда... Ой, какое солнышко красивое. Уже когда машина будет готова, то уже смогут возить они его и забирать. Так что карета подана, выходите, друзья. Так. Приехали мы в школу. Так, а куда это нам здесь заезжать, я уже и не помню. Смотрите, какой у нас туман. Здесь пишется one way, только в одну сторону. Так. Все, друзья, мы на приеме. Это такой офис здесь в школе. Уже договорились. Будет ходить в киндергартен. Ходить будет с девочкой наших друзей, которые здесь, ну, уже в Америке давно. И у них есть девочка тоже, которая ходит в киндергартен. И они как бы, она разговаривает на украинском. И Тима с ней тоже будет, как бы, знаете, потому что он будет сам. Ну, это будет трудно для мальчика первое время, знаете, боится, все такое. Ну, главное то, что не знает язык. Но с Альвиной он как бы будет дружить и уже будет легче. А затем
пойдут друзья и все такое. Сейчас он быстренько схватит язык и будет все хорошо. Так что они пошли уже посмотреть его класс. Я не пошла, потому что ну, сейчас идет как бы урок, и там детки сидят, знаете, то, чтобы поменьше было людей, то пошли посмотреть его класс. Будет обед у него бесплатно, и утром тоже можно кушать бесплатно. Привозишь ребенка, если ты ну, не можешь покормить его утром дома, или всякое бывает. Бывает такое, что дитя не хочет дома есть, знаете, там коридор. А если как приедет в школу, сразу уже ему хочется. Потому что с детьми, то не знаю, как они будут. Там будет утром есть или дома, или здесь. Ну, обед будет бесплатный. И нужно брать бутылочку воды постоянно, чтобы было. И какой-то еще снэк с собой, как бы перекус. Какую-то там печенюшку или что такое. То... Все пока нормально, не знаем, как он будет. Главное, чтобы не плакал. Мои дети плакали, маленькие, когда были. А потом уже друзья, подружки, и оно так идет. Первое время будет возить автобус, а я уже об этом говорила. Так что все вещи принести, дали список, что нужно. Там фломастеры, карандаши, там пенал и все такое. Если что-то у тебя, наушники нужно. Если что-то у тебя нет, они дадут. Так что вот даже на тумбочке. Я вижу, на тумбочке стоят конфеты вот в вазе. Ну, киногарден это будет такой... Ой, как же, дошкельнят или как сказать, не знаю. Перед первым классом оно. То оно будет просто как садик какой-то, как игры, всякое рисование, знаете, такое все. Я думаю, ему понравится, будет интересно. Наших друзей девочка, то она не плачет, ей очень нравится. Бывает полдня школы, то она говорит, мама говорила ее, мама, я еще хочу. Так что все будет нормально. Такие всякие. То надеюсь, ему понравится и будет понемножку привыкать, потому что школа нужна всем. Это пока он выучит, чтобы где был его класс, где столовая и все такое, там денек другой, и все будет в порядке. Привыкнет и будет заходить как дома. Школа это от нас минут 8, может быть 10, где-то так езды. Ну, это совсем рядышком. Это не для Америки, это недалеко. Ну, езды 10 минут, а пешком-то я не знаю. За день не зайдешь, наверное. Так что пока не плачет. Наверное, в понедельник уже пойдет. Нужно еще там форму заполнить, номер будет у него такой, чтобы смотреть, как он учится по онлайну, знаете, заходить на его страничку, когда оно все сделается, и тогда... Наш Тимошка пойдет в школу, а маленький еще нет. Можно и маленький, ему 4 года, можно его в прескул отправить. Но это 8 уже надо, чтобы он был в школе, знаете, это очень рано. А он любит спать. Когда они приехали, жили у меня, то как бы они же еще не перешли на этот наш режим, то они просыпались в 6 утра, в 7 утра, знаете. А сейчас уже они привыкли на это время. И Катруся говорит, в 11, полдвенадцатого просыпаются. Так что решили пока Тиму отправить. А я к Вуся, пускай еще сидит маленький, 4 годика, пускай с мамочкой еще побудет. А даст Бог, на следующий год уже и к Вуся пойдет. Джейкоб, на его я буду говорить. Так что такие дела. Это 2 дня я их не видела. Ну так, по телефону с Катрусей общалась. А вчера я была на работе, а позавчера ездили в Детройт. И как бы, ну, они не были у нас. А Яков
Он не хотел переезжать в дом. Он говорил, я буду жить в Наталке. Это на меня так Наталка, потому что Катруся на меня так говорит, и мои родители. И он слышит и так, я буду жить у Наталки. А они уже, ну, уговаривают ее, мы будем к Наталке каждый день приезжать. И думаете, что дети, они такие разумные просто. Кажется, маленькие там, да, сюда-туда можно как-то обмануть что-то. Ой, поедем завтра, послезавтра или что. Вот 2 дня не ездили. И Катруся говорит, он уже сказал, а почему? Почему мы не ездили? Ты же говорила, когда мы переходили в дом, что мы будем ездить каждый день к Наталке. Представляете? Такая маленькая малявочка, да, он знает, все знает. Так что сегодня нужно будет взять к Наталке, пускай побегают у меня. Мы думаем с Катрусей сегодня, я выходная, уже говорила, то сейчас я буду завозить девчат своих на работу и Катрусю возьму с маленьким. И она хочет там такие комодики себе купить, или тумбочки, или такими ящиками выдвижными, потому что нету где одежду такую, даже домашнюю пока ложить. И вот покажу немножко коридорчик. Это где Тима будет ходить. Вот такая школка чистенькая. Такие шкафчики. И все, ух, какая большая. Так что будет наш Тимоша ходить в школу, все будет хорошо. Вот какие рисунки для них. Школа начинается 8:15. 8:10 уже нужно быть. Так что вот. У нас такой туман сегодня. Все, отвезла. Школьника привезла домой. Маленького. То жарко, то холодно мне. Температура такая. И еду. Еду к себе домой. Еду пить кофе. Так люблю кофе. Ну, я такое, можно сказать, и не кофе, детское, можно сказать, с молоком. Полчашки молока. Так что есть уже у нас школьник. Школа с 8 утра. 8:15 начинается, заканчивается в 3:11 именно. Такие, ну, такие у них минуты там. То директор молодая такая женщина, красивая, симпатичная, приятная. Мальчику понравилось. Здесь будет первый, ну, этот киндергарден такой, как садик. Там игрушки рисовать, все такое. Ну и, конечно же, заодно и рисовать, и играться, но и будут учить, конечно же, буквы и все такое. Ух, как трясет камеру. 35 у нас было, друзья, по Фаренгейту утром было 35. Сейчас уже 42. Поднимается уже. Так что всем спасибо, друзья, за просмотр и всем пока-пока.